В рамках реализации национального проекта «Современная школа» в Лобне произошла символическая закладка первого камня одной из 50 пристроек и новых школ Подмосковья. Тему продолжит Дина Архипова. Символическая закладка первого камня состоялась в 29 муниципалитетах региона в режиме онлайн-видеосвязи с губернатором Московской области. Вместе с первым камнем в основание будущего здания школы участники церемонии заложили капсулы времени с посланиями следующему поколению. Это ответственное мероприятие очень. Мы закладывали капсулу, чтобы потом через 20 лет ее, может быть, нашли потомки наши. Закладка первого камня и временной капсулы состоялась в рамках реализации президентского национального проекта «Современная школа». Одной из ее задач является ликвидация второй смены за счет строительства новых школ и корпусов к существующим. В число первых образовательных учреждений, где начнется строительство нового корпуса, вошла и школа номер 6. Здесь символическую закладку провели глава города Евгений Смышляев, депутаты, представители администрации вместе с руководством и учениками школы. Учащиеся начальных классов нарисовали рисунок, где они изобразили, представили вот это новое, современное, красивое здание новой пристройки. Этот рисунок вместе с посланием, в котором говорится о том, что здесь закладывается пристройка к шестой школе с напутствиями, мы в эту капсулу заложили. Хочется надеяться, что также радостно и весело мы в следующем году участвовали при открытии нового здания пристройки. Проектные работы по строительству пристройки на 400 мест уже завершены, а также определен архитектурно-художественный облик школы и прилегающих территорий. Строительные работы начнутся после проведения подготовительных процедур. Завершить возведение нового корпуса должны во второй половине 2020 года. Строительство пристройки – это очень и очень необходимо для нашей школы и для всего микрорайона. Помимо учебных кабинетов будет актовый зал, о котором мы мечтаем. У нас сейчас нет актового зала. Будет 2 спортивных зала, будет 2 зала столовой, будет актовый зал, который оснащен будет всем оборудованием, поэтому мы очень-очень ждем пристройки. В данный момент в Краснополянской школе 1473 учащихся. В новом учебном году ожидается приход около 200 первоклассников. Строительство нового корпуса позволит создать наиболее комфортные условия для получения образования. Дина Архипова, Константин Петров, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».